Гайз, всем хайс. Сегодня мы посмотрим, что у нас по тюнингу. Какие диски мы можем поставить. Может быть, поменяем цвет или еще вообще что можно сделать. Так, я вижу то, что можно выбрать смену цвета. Потом тонировку. Выбрать диски и цвет дисков. В принципе, все на этом, весь тюнинг. У меня была белая пятера. И у меня стояли диски... Кутеры. Ну, кутеры это тут называют, да, вот эти вот такту, непонятное название. Вот. По-русски называются они кутеры. Но на самом деле тюник он такой себе, ну, не особо какой-то распространенный, только цвета менять и все, по большей части это. Ну, так для пятеры, чтобы не было колхоза, больше и не надо. По бабкам у нас все равно не хватает, но у нас есть... возможность что доставки поработать и потом уже в такси на втором уровне. Так, нам получается нужно добить так монеты, отлично. Нам нужно добить до седьмого левела и потом уже сможем работать в такси на не эконом, а по-моему комфорт. Говорю, куда по кайфу, брат, с тобой хоть куда. Давай я тебе инструктаж, ну, типа, экскурсию по городу сделаю, да? Давай, братух, давай. В общем, смотри, ты первый левел, правильно, да? Вот тут ты будешь работать до третьего левела службы доставки, понял, да? Тут нормально можно бабки поднять. Брат, где тёлки? Покажи тёлок. А, ну вот, да, нам с седьмого левела уже доступно, то есть второй уровень таксиста. Комфорт. Ну что, попробуем. Арендовываем. Блин, 2 кэса стоит. Это что-то вообще дорого. Не, ну, кстати говоря, вот эта тачка, она... Я не понимаю, то ли это камрюха, то ли это Марк X. Что-то похоже, но я понимаю то, что она валит вообще нормально так. На что похожа эта машина, напишите в комментарии. Чем мне не нравится, в отличие от работы доставщика, да, то, что в таксиста большинство случаев ехать на какую-то гору, где я все время куда-то врезаюсь, переворачиваюсь, влетаю и того подобного. Ай, зачем ты ездишь по встречке, да? Ай, смотри, что ты наделал. Ну вот, и наконец-то мы нафармили, да, там 45 штуков, рублей, жмонеты. Раньше в Сампе был прикол в том, то, что были такие типы, как бомж-ганг. Я, кстати, тут тоже видел скин. Оп, купить, да. Вы хотите купить? Конечно. Вот, раньше модно было быть в бомж-ганге. То есть клан такой бомжей, которые там, ну, типа, я не знаю, там, захватывали мэрию, предлагали... Ой, красотка какая, баща! В общем, четко. Я видел скин бомжа. Есть идея быть, ну, типа, в роли бомжа и собрать потом свой клан. Опять! Сколько можно? Ага, когда это закончится? Что? Опять застрял, и никак нельзя перевернуть машину, возродить ее. Перезапускать только. Либо кнопка спавн. Эх, как я хочу свернуть, вы не туда, не по дороге. А, да. Бля. Давай. Не, все, надо перезаходить по-любому. Все-таки это больше похоже на камрюху сорокушку. Да, с роковым кузове. Но почему она заднеприводная в игре? Так, последний чекпоинт. Я думаю, мы можем уже пойти и купить скин бомжа. Я, конечно, гляну еще, какие там есть прикольные скины, может быть, я передумаю, но, скорее всего, нет, будем играть роль деда такого прям нормального, там, на пятере-то. Вот этот скин тоже прикольный, он мне тоже нравится, ну, типа, такой с татухами, но я его чаще всего вижу, то есть почти каждый покупает его, и
Вот это наш идеал. Он еще с такой, типа, пятном, пятнистым, таким фонарь, короче, с правой стороны на глазе. Нормально, мне нравится. Опа! Четко. Ну все, с кайфом, с маслом, с мясом. Эй, сынок! А чё, где, а как? А чё? Тут можно выбрать, типа как шкаф свой, что ли, прикольно. Эй, сынок, дай денег на семки. Пойдем со мной на рыбалку. О, пятно, про которое я говорил. Блин, круто сделано мне. Я прям на Терминатора похож какого-то. Что, Артем, станешь с моей пэшкой? Еще раз. Все, я готов. Откуда начнем? Давай с какого-нибудь светофора, да? Так, у тебя сейчас какой цвет горит? Зеленый. Короче, отлично, синхронизация нормально. Ждем, давай красный. И после уже на зеленый сигнал стартуем. Так, можем выбрать точку вообще прибытия. Или давай вот выйти, типа, вот как по прямой мы будем ехать, да? Там спереди заправка есть. Все, да, давай, договорились. Сейчас прям по прямой. Давай. Так, вылетает игра, я не виноват, я не трус. Давай заново. Опа, понял, да, куда садятся женщины? Давай на зеленый стартуем. У тебя не зеленый? Я старый дед просто. Кстати, ты когда вылетел, эту летелку нахуй сбил. Слушай, скажи честно, вот прям вот на полном серьезе, сам заработал или задонатил? Сам заработал. И чё почём? Знакомый продал её на 40 тысяч дешевле. А, вон оно чё, нормально. И чё, в итоге она вышла по бабкам? Ну, 450. Чё случилось, чё за дела? Ты меня сбил. Кто тебя сбил? Давай поездал дальше. Чё случилось, а? Кто газует, а? Ёбаное горе. Ебать, их целый мопед убитый. Двухтактный. Слушай, друг, давай ты мне расскажешь анекдот, а я тебе дам 1000. Короче, мужик собрался на охоту. И взял с собой горючку. Идет при охоту в лес, блядь. Чё-то никого нету, нахуй. Ни волка, ни зайца, ни медведя. Ни... Ебал горючки, нахуй. Видит нору, нахуй. Он туда, оттуда заяц, он убил его. О, блядь, заебала охота, нахуй. Ебал еще раз, идет, видит побольше нору. Хуяк туда, А тут не медведь, блядь, а нахуй волк, нахуй. Он тоже бац, нахуй, убил, короче, ебчё, нахуй, видит большая, нахуй, дыра. Он туда, нахуй, а тут медведь, нахуй, вылазит, он его раз, два, нахуй, убил. Рано, он туда, тишина, он еще раз, нахуй, а всё, давай 1000, блядь. Ну смотри, какая ситуация. Эту игру сделали на, как сказать, быструю руку и сразу выпустили. А взять Хасл, его уже делают больше года, и типа он сейчас выйдет, и там уже это все будет. Понял? А это тут и будет все со временем. Тем более, мне знаешь, что не нравится? То, что будут ПКшники. Ну, типа на одном сервере. Даже в любой ситуации, где там будут перестрелки, нет, компы будут выигрывать всегда. Представь, сколько с компа людей играет, и сколько с телефона уже предрегистрацию сделали. Все сервера будут лагать, забито. В общем, вот такое вот небольшое интервью мы взяли у игрока. Его такое мнение, то, что все будет лагать и того подобного, да? Вот. Я думаю,
Напишите вообще ваше мнение в комментарии по поводу Хасла онлайна. Еще есть интересная мысль, ну, как бы так тоже стримить PUBG, да, мобайл, там еще играть, пока нет обновлений, пока нету Хасла, ну, чтобы как-то забить канал контентом. Напишите в комментарии, будет ли такая рубрика интересна для вас. Все, а с вами я прощаюсь, всем пока, до скорого.